У меня есть мощная идея. Дело в том, что это из немногого, ну, будем так говорить, что есть в нашем кино, в нашей литературе, попытки осмысления тех бед и обид человеческих, которые свалились на нас в связи со сменой социально-экономического строя. И поскольку это было рассказано без изыска, а языком, ну, вполне доступным простому человеку, это очень, наверное, ну, объединило, потому что люди понимали, о чем. Понимали меру беды. Ну, ведь целые... Кто больше всех пострадал? Дети и пенсионеры, условно говоря. И вот это, ну, реальность, что ли, от того, о чем мы говорили, наверное, так сблизило участников, так я думаю. А где он был? Откуда я знаю? Ну, Паше помочь надо. Хорошо, я подумаю. Подумаю. Ты же знаешь, какой характер у Сони? Я сказал, что подумаю. Ну, это ж надо быстро сделать, а? Федь, я уже это делаю. Ну, давай. Не дергайся. Ну, чего не дергайся? Ну, сказал, все. Вот так, с легкой руки слесаря-пенсионера, мы и шли к успеху. Отставной футболист подал идею, бывший физик разработал алгоритм, артист развел мизансцену, ну а я дирижировал. Я по природе своей довольно рано стал отвечать за что-то, за кого-то. Мне было 34 года, неполных 35, когда я стал директором театра «Современник». А если учесть, что на дворе стоял 70-й год, это было время дисциплины строгой, суровой, и кадровые вопросы решались в определенных инстанциях. Короче говоря, вот с той поры, значит, 36 лет я в том числе и этими проблемами занимаюсь. Это, наверное, склад мышления, что ли, отвечать за тех, кто с тобой рядом. Что с ним? Ну? Оказывается, Паша сегодня ночевал у Семена. Ну? И всю ночь называл его Колей Деевым. Кем? Кем? Деевым! Кем-кем? Ну чего ты смеешься? Неужели ты не понимаешь, что это страшно? Ведь его же надо лечить. Его надо врачам показать срочно. Ты не торопись с врачами. Паша твой просто устал. Устал? А да? Чего это он устал? Он же на пенсии, он же ничего не делает. Соня, твой Паша работает. Работает? Где? Работает с нами. Твой Паша... Павел Иванович Сироткин, член совета директоров частного таксомоторного парка, который мы недавно организовали. Поняла? Парка? Какого парка совета таксомоторов? Частного таксомоторного парка. А чё ж я об этом ничего не знаю? Поэтому с врачами повремени. Ага. Положи его в постель. Да. Дай выспаться хорошенько. Ага. Потом покорми чем-нибудь вкусненьким. Ладно. Чего он любит больше всего? Больше всего эти вареники с творогом. Вот. И с картошкой. Да. С картошкой? Ага.